В Ивановском историко-краеведческом музее открылась передвижная выставка «Зеленый шум». Более 70 работ из коллекции Плёсского музея-заповедника путешествуют по всей России. За полгода выставку увидели жители Рязани, Москвы, Коломны. Полотна, на первый взгляд, совершенно разные, принадлежат кисти не одного десятка художников. Однако, присмотревшись, на каждом можно узнать знакомые ивановцам панорамы Плёса. Здесь работы как наших народных художников, наших ивановских народных художников Лукина, Агеева, Федорова. И работы современных художников, некоторые из них носят звание заслуженного художника, некоторые получили звание заслуженного художника уже в процессе реализации проекта «Зеленый шум». Помимо полотен отечественных мастеров, ивановцы смогут увидеть работы европейских художников. Для этого художники из Нидерландов, Германии, Франции, Эстонии приезжали в Плёс на пленэр. Каждый увидел жемчужину нашего региона по-своему. Многие работы выполнены в жанре реалистического пейзажа. Художники приезжают в знаменитые места, да, которые прославил Исаак Левитан, и рисуют, можно сказать, это его продолжатели, как-то так. Но вообще здесь, да, на выставке можно увидеть Плёс самые разные уголки, Плёс церковный, Плёс простой, улочки старого Плёса здесь очень хорошо представлены. Волжский город представлен во все времена года. В каждом есть своя изюминка, отражающая колорит плёсских просторов. Выставка будет открыта до 8 октября. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.